Совершенно сумасшедший накал. Уважаемые дамы и господа, Кёрбдин вот-вот готов начать. Тренер по кикбоксингу Али Савелий Моисеевич Бязров. Также в углу Марата Балаева сегодня. Ready. Ready. Let's fight. Начинаем. Первый раунд. Низко садится Брандао. Хайкик очень опасный. Очень опасный. Еще один хайкик слева. Говорят, двигаться из угла. Это действительно то, что нужно. Нельзя застаиваться перед Диего. Ой, какой активно работает ударами ногами Брандао с самого начала первого раунда. Пытается на руках достать Марат. И поддержка сумасшедшая. Получает Брандао ударом рукой. Отвечает лоу-киком на лоу-кик Брандао. Коленом в голову. Еще один лоу-кик. Попадание от Балаева. Попытка перехода. Отзащищался Брандао. Пытается прихватить шею. Не отстает колено. Коленом в голову. Капы нет. Stop. Показывает Stop. Марат. Stop. Сзади Марата, вот, белого цвета, совершенно верно. Помощь зала помогает Кёрбдину найти капу в этом эпизоде. Мидл отличный в область печени. Ой-ой-ой, есть перевод от Бади Николаева. Быстро встает на ноги Брандао. Пытается запихнуть отсюда удары. Балаев втыкает его головой в сетку Диего. Еще один хайкик. Постоянно ими угрожает и разбивает мгновенно. Правой рукой. Проход от Марата Балаева. Переход сингл лег. Хорошая попытка. Переход на зацепе изнутри. Ну какой же неуступчивый Брандао. За счет сетки отзащищался в этом эпизоде Брандао. Локтями. Удары локтями. Разворачивается быстро к своему оппоненту Брандао. Удар коленом. Сочится кровь из носа у Марата Балаева. Но когда его это останавливало, друзья? Еще справа, через руку. Ищет возможность Марат, опять застаивается, нет движения. Махнул левой Брандао. Тяжеловато дышит Марат. Такое ощущение, что разбит нос у Марата. Да, абсолютно верно. Именно поэтому ртом приходится дышать. Опять выцеливает Марат. Опять хайкик. В сантиметрах просто от лица проносится. Еще одно колено от Брандао. Продолжает идти вперед Марат Балаев. Попытается сейчас перевести. Атака в одну ногу. Снова получается освободиться от захвата у бразильца. Менее полутора минуты завершения первого раунда. Не зацепиться там было. Очень плотно к сетке прилегал Брандао и опять встречает плотно. Связка, локоть и хайкик. Достал Брандао Мара. Встречает Брандао. Продолжает теснить своего оппонента к сетке Марат Балаев. Работает первым номером. Левой точно, с правой добавляет. Есть попадание левой. Еще раз попадание. Перекрывается Брандао.
продолжает застывать возле сетки. И очень опасно. Старается отвечать Брандао. Размен. Что-то подобное с Мурадом Мачаевым было возле сетки у Марата Балаева. И что сейчас разбито правое бро. Фронт-кик. Еще слева. Тяжелый удар от Балаева. Не дает возможности работать коленями. Подстраховывается. И вновь размен. Ненавидят друг друга. Абсолютно точно. Последние 10 секунд. Почтальон слева. И этот раунд завершен, друзья. Мурашки по коже. Что творится сейчас в восьмиугольнике? Все на перебой советуют. Давайте еще раз глянем на ключевые эпизоды. Здесь достал все-таки хайкиком. Плохо через руку. Локоть в связке с хайкиком здесь был. Но старается всегда вовремя возвращать руки Марат Балаев. Но то, что он начал делать здесь, это была очень хорошая заявка на досрочную победу. Перерыв завершен. Пауза. Сейчас будут смотреть рассечение Марата Балаева на предмет возможности продолжения дальнейшего. Как Марат Балаев сейчас занервничал, когда подумал, что потенциально может закончиться поединок. Еще раз смотрит глаз Херб Дин. Возвращает Катмана в восьмиугольник. Очень опасное рассечение, говорит Херб Дин. Поднимается Адам Ангериев. Один из ключевых сотрудников. Херб Дин говорит, что врач говорит, что можно продолжать. Но мнение Херба Дина, что это очень опасно. Round two. Искренне хотелось бы, чтобы все самое страшное в жизни Марата Балаева уже закончилось. А самое интересное только продолжалось. Второй раунд. Опять ногами бросает Брандао. И опять в том же темпе. Есть попадание от Брандао. Левую ногу готовили. Мидл в область печени не очень сильным получился. Подхват здорово. Удается схватиться за колено, но опять Брандао принципиально держит руку, чтобы не было удара в голову. Здесь сразу же в корпус пробивает, достает голову или нет. Нет, все-таки предпочитает поработать по бедрам здесь. Сворачивается Брандао. Но от разрыв дистанции надо нащупать вот этими попаданиями. И очень осторожным быть с таким соперником, с таким опытным соперником. Есть перевод партер в исполнении Брандао. Встаем, спокойно, все нормально. Все нормально. Очень тяжело Марату Балаеву, но здесь Брандао прихватывает, вновь стаскивает на настил. Оказывается, за спиной Брандао. Крайне опасное положение для Марата Балаева. И дает возможность он заправить левую ногу Диего. Браво, Марат! Выходит из этой сложной позиции для себя Марат Балаев. И продолжает идти вперед. Впереди идет дух и сила характера Марата, а за ним уже сам, Балаев. Колено. Здесь атака в одну ногу освобождает от захвата Диего Брандао.
Лучше выше. Попадание от Марата Балаева. Еще одно попадание, отвечает Марат. Разминка заходит, и здесь Кличи уже пытается улучшить свою позицию, откровенно уже забирается в борьбу. Попадание локтями. Дает возможность передохнуть Марат Балаев, отрывает от земли Брандао. Вновь прижимает его к сетке очень плотно. Контролирует из сетки своего оппонента Марат Балаев. Наносит удары по голове левой рукой. Заправляет левую ногу. Стаскивает ее Диего Брандао. Пробивает удары из этой позиции Марат Балаев. Даже из этого положения умудряется пробивать. Подтаскивает себе для перевода своего оппонента Марат Балаев. Есть хорошие удары по задней части, по задней поверхности бедра. Еще несколько ударов по голове от Марата. Заключительная минута этого раунда. Оттаскивает и цепляется при этом за... Даже несмотря на то, что этот прием, в принципе, скорее всего, засчитан не будет, публика просто сходит с ума вместе с нами, друзья. Есть одиночный удар из этого положения, под самую челюсть туда пытается пробить Марат. Совсем немного остается, уже менее 30 секунд. Улыбается Диего Брандао. Разворачивается лицом. Пытается зацепиться сам уже за ногу Балаева. Жесткий клинч, хорошо прихватывают друг друга. Пытается чуть-чуть ниже спуститься Марат Балаев. Колено получает в корпус. Браво, это блестяще. Очень истощен Марат Балаев, тяжело передвигается. Абсолютно точно на морально-волевых качествах, как в всю свою жизнь. Воды дайте ему попить. Воды, Савин Моисеевич, дайте воды. Во время этого раунда. Здесь, Франко Федерович, все нормально. Держи. 12 раундов, Федерович. Дай ноги. Он устал, он на ногах не стоит. Продай руки, пожалуйста, осторожно. Продай руки, осторожно, все. Что, продай ноги. А так все нормально. Все идет по плану. Я дышу, Федерович. Все, нормально дышу. Я вижу, все нормально, он еще... раунд. Сразу начинает с блоки. Очень хороший Марат Балаев. Активно! Еще попадание. Прет вперед Марат Балаев. Тот человек, который иногда молодых заставляет задышать в своем зале. Еще одна попытка прохода. Атака в одну ногу. Зацеп. Браво! Есть! Еще!
пытается Марат Балаев перевести, и теперь уже... Атака от Ротау, прекрасная защита от Балаева. Устал бразилец. И вот теперь время мотиватора начинается прямо сейчас. Блестящий перевод от Марата Балаева. Старая школа всегда работает. Показывают из угла, что нужно пользоваться хаммерфистами. Балаев здесь так просто отбивает ноги. Брандау пытается забраться. Гард это у него получается. По корпусу разок точно зарядил. Вот и хаммерфисты подоспели. Поднял на ноги. Диего Брандау вновь отдал спину. За счет сетки постарается защищаться в этом эпизоде Диего Брандау. Колено в голову. Все четко, все по правилам. И отсюда. Снова атака в ногу. Обе цепляют Марат. Здорово. Пробует контратаковать. Брандау оказывается сверху. Хороший зацеп изнутри. Первый раз не получилось, во второй успешно. Улучшает позицию сейчас Брандау. Марату необходимо вставать. Это у него получается. Пробует перевести его снова Брандау. Как это всегда бывает, рычит как лев Марат Балаев, собирает все свои силы в кулак, активизирует все резервы. Защищается через эту ногу Марат, не дает на себя развернуться. Немного хватается за шорты, но не видит этого Хердин. Старается улучшить позицию Диего Брандау. Получается встать у Марата Балаева. И отсюда бы с бедра, может быть. Не дать. Снова возвращает своего соперника, наносил Диего Брандау. Чуть больше минуты. Устал бразилец. Не так уже он свеж. Оказывается, практически за спиной в этом эпизоде Диего Брандау. Одну ногу получилось заправить. Не дает ему улучшить эту позицию Марат Балаев. Старается через ногу развернуться к своему оппоненту. И почти что делает это. Браво, Марат! С ногой встает. Ну что, меньше минуты до конца. С атакой идет вперед Марат. Я такого давно не видел, друзья. Колено по корпусу. Смотрит на время Брандау. И закончить броском этот бой Марат Балаев. Послушайте Сибур-арену. Десять секунд. Мы даем вам эти паузы, чтобы вы слышали зал. Сумасшедшая поддержка Сибур-арены. Все! Эта война закончена! Эта война закончена! Показательно то, как себя чувствует и тот, и другой. Нет никаких сил. Врывается еще восьмиугольник, его подопечная Кука. Савелий Моисеевич, по-моему, вообще сорвал голос сегодня. Поднимается на ноги Марат Балаев. Наши аплодисменты Марату Балаеву. Огромная работа была проделана. Два флага в руках.
Флаг Осетии, флаг Российской Федерации. Браво, Марат! Это было блестяще. Друзья, а тем временем у нас же еще два чемпионских боя, а уже столько эмоций, столько интересного. Такие бескомпромиссные противостояния. Я полагаю, что Эсей 103 абсолютно точно запомнится многим и навсегда войдет в историю. Александр Загорский в октагоне. Наши коллеги тоже. И сейчас мы будем готовы услышать решение судей по этому поединку. Что бы ни случилось, в любом случае Марат Балаев определенно победитель. По крайней мере, с трудностями в его жизни. Действительно, Марат Балаев – это один из самых зрелищных бойцов. Вернее, тот боец, который проводит невероятные поединки. Вот так будет правильнее сказать. Это все на пользу ACA, это все на пользу в целом смешанным единоборством. И еще раз пример тем, кто не встает с утра на пробежку, отказывается делать элементарные вещи. Марат Балаев вам расскажет, как 43 года драться с невероятно опытным соперником и своего рода одним из лучших бойцов UFC в свое время. Что-то там задерживаются доктора возле Диего Брандао. Дают ему кислородную маску. Я думаю, что без него обойдется. After the end of action, we have a split decision. And the winner is Мотиватор! Мотиватор одерживает волевейшую победу в этом противостоянии. Мы желаем искренне здоровья Диего Брандао. Пусть с ним все будет хорошо. Очень много сейчас людей вокруг него, и Марат сам пытается подойти поближе, пожать руку этому рубаке. Но настолько разочарован Диего, или все-таки плохо себя чувствует, что не воспринимает сейчас все, что происходит вокруг. Through the eyelid. Okay, so eyelid can't be repaired. If you, it's hard to repair an eyelid. Если ты упал, есть только один выход. Поднимается на ноги Диего Брандао. Действительно, нужно проводить его аплодисментами и поблагодарить за стойкость. Марат Балаев, another unreal performance. We saw you drink Dragon Energy straight after the fight. I've got to ask what you have for breakfast. Where you did these performances from is unreal. Spectacular yet again. How impressed, how happy are you with the victory over Diego Brandao tonight? Марат Балаев, прими наше поздравление. Ты действительно поставил на уши всех тех, кто смотрел твой бой. Это было абсолютно впечатляющее выступление. Поделись с нами своими впечатлениями. Что ты думаешь об этом поединке? Я думаю, что он, как я и ожидал, хоть и он до этого два боя не таких серьезных провел, я ждал его в полной силе и в полном желании выиграть меня, тем более в Питере, и выскочить за пояс. Я знал, что он будет в форме, но я знал, если я буду не стоять, идти вперед, то в конце концов сдаст. Но это произошло очень-очень в конце. Это значит то, что он готовился действительно и хотел выиграть серьезно. Мне далось это нелегко. Сказались какие-то нарушения, не знаю где. Я должен был дышать 5 раундов, но что-то у меня приключилось. Не знаю что.
This fight was not easy for me. I have huge respect for my opponent, Diego Randolph. He trained really hard. I managed to fight all the three rounds against him, so it means that he's really tough. I'm happy that I won that fight. I may fight for the title. I would like to go for it. Your story is unbelievable. Your performances inside this cage are absolutely superhuman. You fought for the title before. There was talk of Randolph fighting Froese after this. Is that the fight you want? Is that the fight St. Petersburg wants to see? История твоей жизни впечатляющая. То, как ты выступаешь в клетке, то, как ты бьешься, тоже абсолютно впечатляюще. И с кем бы ты хотел побиться за бой в следующий раз? И, возможно, твой бой с Фройсом? Я сейчас скажу прямо, что почти все в моей весовой категории со мной в дружеских отношениях, с кем я побился, с кем не бился. Я даже не знаю, мне даже неудобно с кем-то биться. Видать, они меня из-за возраста, так как большинство кавказцев из-за возраста особо не хотят, наверное, со мной биться. Но все очень в хороших отношениях со мной. Из-за этого я предпочитаю иностранцев. Но с Фройсом также у нас такие теплые отношения. Я прям не знаю. Давайте отдохнем, там уже будет видно. И еще одно. Хотел эту победу, одна из самых трудных в моей жизни, посвятить своей матери, уже ныне покойной давно. Это дань за воспитание ей и моей жене, которая меня попросила сейчас, когда я уходил, сделать для меня это. Пожалуйста, Най. Всем спасибо. Скажу сейчас, если бы не Инал Маргоев в Сочи мне помог. И если не Инал Схалребов, этой победы быть не могло. Он мне помог, закрыл все мои нужды во время подготовки. Я позвонил ему, он закрыл все мои проблемы, в том числе и с врачами. Я не вывез бы такие нагрузки. Спасибо тебе, Инал, от души. Я думаю, что здесь много осетин, и каждый его поблагодарит за то, что флаг сегодня поднялся здесь, Остинский. Well, I can fight anyone the league gives me. I'm good friends with all the fighters, so I can't fight Freud, but you know, with good friends with him, I can fight foreigners because we, you know, communicate differently, and concussions don't really would like to find me because of the age. I would like to devote this victory to my long mother, and I would like to also to devote this victory to my lovely wife. One more word, go on. Перечислю свою команду. Али. Али Хасанов, двукратный чемпион мира по таю, по кикбоксингу. Хитогуров Рустам, родственник и тренер клуба Хитогуров Тим. Савелий Бязаров, Моисеевич Бязаров, заслуженный тренер по вольной борьбе. Всеми уважаемый в Осетии человек. Ladies and gentlemen, your winner, Манат Балаев! Марат, давай фото сделаем, Марат. Загорский лучший. Я рад, что он здесь. Отличный финал, скажем так, этого выступления. Александр Загорский действительно тоже легенда. Очень много легенд на один квадратный метр в рамках восьмиугольника. Ну а тем временем...